Сейчас мы будем смотреть вторую часть распаковки посылок с AliExpress. Первую часть мы уже посмотрели, это фурнитура, а здесь в основном бусы, бусины. И они есть натуральные и есть ненатуральные. Ну, давайте начнем. Хочу начать вот с этих вот бусинок. Они красивые. С блеском, наверное, АБ. Цвет такой вот, как вы видите. Пластик, наверное. Так. И вот это... Тоже не знаю, что за материал. Наверное, стекло. Вот такие бусинки 8 миллиметров. Красивые очень. Как раз брала к тем сережкам, которые показывала в фурнитуре. Здесь вот цвет такой голубой, а там... Там совсем не то. Кулончик заказала. Это тигровый глаз. Такой хороший, увесистый. Вот такой. Очень красивый. Так. Дальше. Ну, это всем известный розовый кварц. Сейчас скажу. 8 миллиметров. Не будем останавливаться долго. Так, вот еще пластиковые бусины, наверное. Сейчас мы посмотрим. Да, вот из чего-то они сделаны. Это уже цвет такой вот. Видите? Очень красивый. Очень люблю зеленый цвет и желтый. И это моя любовь. Так, бусинки посыпались. Вот эти бусины. Это крашеная лава. Вот, смотрите. Цвет не то, что золото. 6 миллиметров. Они вот такой приятный, прям благородный цвет. Очень красивые. Так. И остались у нас маленькие бусинки. Давайте посмотрим. Вот эти 6 миллиметров написано. Это вот такие вот, как... Вот не как диски, вот они такие приплюснутые. Видите, красивые бусинки. Ну, это из агатов что-то. Так, вот еще 6 миллиметров написано бусинки. Но это вот смотрите, как они называются, солнечный песок, не помню, но мне они очень нравятся. У меня разных размеров они. Хочу сделать украшения, вот пока собираю.
такие же. Сейчас глянем. Да, и такие же 4 миллиметра. Вот. Очень красивые бусинки. Прелесть. Вот эти бусинки. Я вам дам ссылку. Там очень-очень много всяких таких бусин. Но это похоже на перламутр. То, что заказываешь всегда много и забываешь, что заказывал, для чего. Ну, вот такие. Так, бусины 4 миллиметра. Вот такие. Смотрите, красивые. Разного цвета бусинки. Мне нравятся такие разноцветные, что их можно подобрать под любое украшение. А если делать полностью из таких, так можно носить подо все. Так, 4 миллиметра. Вот такие бусинки. Но это тоже из солнечного песка. Если только я правильно это говорю. Я, конечно, сомневаюсь, но вы меня можете поправить. Вот такие. И последние. Это вот такие тоже 4 миллиметра. Тоже какой-то, наверное, агат. Или кварц. Не помню. Вот, смотрите. Кому что понравится, я оставлю ссылки на все, что смогу. Заходите, выбирайте. И до новых встреч!